всевозможные корсеты, панье, кринолины, тюрнюры. Это все, что создает объемы, нарушая тем самым определенные пропорции, в частности, у женщин. Подчеркивая линию талии, линию бедра, груди. А перед нами комедия, так тут надо было массу других нюансов подчеркнуть. Поэтому вот так вот рождались эскизы, изучая, безусловно, первоисточник, так скажем, то, что было изначально в ту эпоху. У нас всего три героя, и мне показалось, что особо пестрить в какой-то там цветовой палитре нет смысла. А вот как-то выдержать, допустим, в определенной тональности единственную героиню главную, также подчеркнуть фисташковый, допустим, оттенок главного героя, ну и слуга в сером цвете, то есть он по пропорциям никак не отстает от эпохи, которую я передавал, а вот его статус надо было немножко погасить за счет серого цвета.